Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Alcatel 1B изменить язык клавиатуры. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем в раздел системни, система, язык и клавиатура, виртуальная клавиатура, Gboard, языки. Добавить клавиатуру. Перед нами открывается полный список языков, на которые можем, которых можем писать. Давайте выберем, к примеру, какой-нибудь эстетический язык, как греческий. Нажимаем «Готово». И теперь давайте попробуем что-нибудь написать на греческом языке. Ой. И как видите, у меня появилась греческая раскладка на моей клавиатуре. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.